Несколько десятков семей из Усть-Камчатска смогут переехать из аварийного жилья в новое до конца этого года. Сейчас в райцентре возводят два дома на 24 и 12 квартир. Работы выполняет опытная команда строителей, за плечами которых не один подобный проект. Коробки зданий уже готовы. В доме на 24 квартиры специалисты трудятся над устройством кровли, фасада, а внутри помещений занимаются отделкой и инженерными системами. Скоро начнем заниматься уже сантехникой, отоплением, вентиляцией. Поставки материала у нас все вовремя, задержек нету, все по графику. 12-квартирный дом, мы начали стропильные балки устанавливать. Собираемся уже устанавливать прогоны, завтра начнем уже прогоны, будем заниматься тоже кровлей. И внутренняя отделка уже тоже начинается, подходу там, гипсокартон, малярные работы, все внутренние работы. Завершить работы планируется в октябре. Затем состоится приемка домов, и сельчане смогут приступить к переезду. Переселить людей властям нужно до конца года. То же касается поселка Ключи, где сейчас также строят многоквартирный дом. Создание жилья в населенных пунктах Усть-Камчатского района ведется благодаря федеральному проекту. Камчатский край в прошлом году завершил одним из 13 субъектов досрочную программу по расселению из аварийного жилья. Вступил в новую программу, в рамках которой будет расселено 114 тысяч метров квадратных, в том числе в Усть-Камчатском муниципальном районе. На текущий момент ведется строительство трех домов, двух непосредственно в Усть-Камчатске и одного в поселке Ключи. До конца текущего года, точнее до октября, уже будут завершены строительно-монтажные работы, начнется приемка домов, и до конца года люди должны быть переселены. Напомним, что на Камчатке предстоит расселить более 300 домов, которые были признаны аварийными в период с 2017 по 2022 год. Жильцам предлагают квартиры в новых домах или выкупленные на вторичном рынке, а также компенсацию стоимости жилья.